Российские военные доставили в Алеппо очередную партию гуманитарной помощи. Десятки семей получили муку, крупу, масло, мясные, рыбные консервы, другие продукты. Некоторые наборы специально предназначены родственникам погибших сирийских военнослужащих. Российским центром примирения враждующих сторон в городе Алеппо вам, как вдове погибшего мужа, в бою героически вручаем гуманитарную помощь от российской страны.